Приветствуем вас на канале Хитсад ТВ. Приближается зима и время подумать о новогоднем празднике, который никогда не обойдется без главного символа – елки. Кто-то предпочитает каждый год покупать живое дерево, а многие остановили свой выбор на искусственной елке. Как же выбрать искусственную елку для дома? Выбирать елку лучше заранее, тогда будет меньше шансов приобрести некачественный товар. Ведь перед Новым годом в продаже появляется огромное количество моделей разного цвета, размера и конструкций. Что нужно знать и как выбрать искусственную елку для дома, чтобы она радовала вас каждый праздник в течение многих лет? Основные критерии выбора. Размеры новогоднего дерева. Учитывается высота конструкции и диаметр. Лучше заранее измерить площадь того места, где планируется установка. Материалы. Из современных материалов можно создать великолепную имитацию живого дерева. Это может быть пластмасса, пленка ПВХ, леска, бумага, пропитанная специальным составом. Какой бы материал вы ни выбрали, он должен быть безопасным для здоровья человека. Конструкция. Вариантов может быть два – складывающаяся и сборная. Сборная собирается по принципу детской пирамидки – от нижнего слоя к верхушке. Все ярусы нанизываются на металлический стержень, закрепленный на подставке. Она складная и занимает мало места. Складывающаяся. Более дешевая конструкция, ветви которой крепятся к каркасу на специальных шарнирах или крючках. По типу иголок. Более дорогостоящий и приближенный к естественному виду вариант – литые елки, в производстве которых применяется леска. Елочная подставка. Надежность этого аксессуара играет немаловажную роль, ведь именно от него зависит, выдержит ли елка дополнительную нагрузку. Наш интернет-магазин предоставляет на выбор широкий ассортимент подставок для елок хорошего качества и за разумную стоимость. Совершенно не важно, храните вы дома искусственную елку или предпочитаете живую хвойную красавицу. Металлические подставки с изящными завитками или из полистона с фигурками зайцев, снеговичков или Деда Мороза. Желаем всем хорошего настроения. Следите за новинками на нашем канале Хитсад ТВ.